С вами Светлана, и сегодня я хочу вам рассказать о своих орхидеях в фаленопсисах. Мы уезжали в отпуск на 2 недели в Пуэрто-Рико, и я хочу показать вам, как они выглядят спустя 2 недели, так как их никто не поливал, они просто стояли на своих привычных местах. Вот эта вот орхидея, это белая орхидея, она отцвела, цветонос еще не засох. Где-то месяц назад она начала расти листик, и когда мы уезжали, вот этот вот лист, он был в 2 раза меньше. То есть за 2 недели при отсутствии полива орхидея нарастила прекрасный лист. Вот. Остальные листья не изменились. Было очень приятным сюрпризом обнаружить, что этот листик так быстро вырос. Вот мы видим, что субстрат абсолютно сухой. Хотя еще вчера, когда мы вернулись, я видела конденсат на горшке, что свидетельствует о том, что орхидею не было необходимости поливать абсолютно в течение тех 2 недель, когда мы отсутствовали. Я просто полила их методом погружения где-то 20 минут. И все. Протерла листики, обрыскала их, и так они стояли 2 недели, пока нас не было. Сейчас вам покажу вторую розовую орхидею. У нее 2 цветоноса. Когда мы уезжали, распускался последний цветочек. Вот сейчас уже все распустилось. Несколько цветов засохли и опали, где-то 3 или 4. И один я сняла сегодня, остальные еще на месте. Вот. Листья тоже в хорошем состоянии. Конденсата не было на этом горшке. Мне кажется, он просыхает быстрее, чем другой горшок. Корни в хорошем состоянии. Единственное, что вот этот вот корешок, он как-то засох. Ну, или очень сухим выглядит. Хотя вот эта вот нижняя часть этого же корешка выглядит абсолютно здоровой. Вот. Корешки. Я сейчас орхидейки полью, опрыскаю, протру листики и поставлю их на привычные места. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!